Париматч және Намат женіске қуатталған. Ну, хороший матч был, бились, старались, ну, в конце подвело удаление, сравняли счет, а там уже буллиты, где-то не забили буллиты, которые нужны были забить, из-за этого проиграли матч. Да нет, хорошо играли, говорю же, в конце периода удаление подвело нас, и они забили, реализовали этот момент, и получилось, ну, в овертайм ушли. Ну да, сегодня не складывалось, почему-то не знаю, будем работать над этим. Да, настрой на каждый матч боевой, выходить и выигрывать, и побеждать. Спасибо. Но интересная игра очень была. Ну, на буллитах я как-то был готов к этому. Эмоционально и так готов был физически. Так что, наверное, на игре было потяжелее немножко. Так, хорошая игра просто. Все. Парни там в третьем периоде включились. Хороший момент создавали, в овертайме тоже там хороший момент был создан. Да, вот такая интересная дуэль вышла, на буллитах тоже очень интересно было играть против него. Да никаких изменений, два одинаковых матча. Также до буллитов довели и все. Там в концовочке интересные, вчера они в конце забили, сегодня мы. Ну, две команды боролись прям до самого конца. Париматч және Намат женіске қуатталған.